Сегодня в Казани наградили журналистов, которые весь год лучше других организовывали коллег, сами писали статьи и снимали репортажи по безопасности дорожного движения. За что главный автоинспектор республики вручил благодарственные письма и памятные медали 75 лет ГИБДД. Их получил директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималдинов и начальник службы радиовещания Тауфик Сагитов. Любого, так скажем, журналиста можно сделать инспектором ДПС. Можно сделать, правильно, да? Вот любого взять, дать жезл, поставить на перекрестке. Научить правильно. У вас всех высшее образование, кодекс вы учите. Но из инспекторов не из каждого, вы сами понимаете, сделаете журналиста. Это есть. Еще второе. Сегодня один журналист может заменить сотню инспекторов дорожно-патрульной службы.